Всем привет, на связи IT-Doc. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня Apple выпустила новую прошивку iOS 16.5.1. Хотя Apple уже находится в бета-цикле выпусков операционных систем следующего поколения, таких как iOS 17 и iPadOS 17, она продолжает поддерживать официально текущие версии программного обеспечения. И здесь купертиновцам нужно отдать должное. Я уже успел накатить новую прошивку iOS 16.5.1 и решил с вами поделиться нововведениями. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового iOS 16.5.1 и зачем ее нужно устанавливать. Буду благодарен, если поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. Готовы? Тогда поехали! Да, друзья, заходите в наш Telegram, ссылку ищите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с техникой Apple. Найти iOS 16.5.1 можно в настройках «Основные обновления ПО». Понять, что новая прошивка направлена на исправление ошибок, можно по ее размеру. В зависимости от устройства размер составляет около 250 МБ. Как всегда в примечаниях к выпуску Apple очень мало говорится о содержании обновления. Но на этот раз они выделяют одну ошибку, исправленную для iPhone. В новой iOS 16.5.1 исправили проблему, из-за которой не происходила зарядка через адаптер Lightning USB 3 для подключения к камере, который является ключевым аксессуаром для многих пользователей iPhone и iPad. И iOS 16.5.1 устраняет эту проблему. Также iOS 16.5.1 содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям. Больше ничего нового в iOS 16.5.1 вы не найдете. Производительность моего iPhone не ухудшилась, это точно. Приложение запускается плавно и без поддергиваний. Связь, мобильный интернет, интерфейс работают хорошо. Что касается автономности, то говорить пока еще рано. Надеемся на добросовестность разработчиков и ждем увеличения времени жизни батареи на iOS 16.5.1. Пока тестирую новую прошивку, проблем особых не заметил. А если вы заметили некорректную работу вашего iOS-устройства, поделитесь в комментариях. Вот такая она iOS 16.5.1. Пожалуй, на этом все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока!